when you are bigger than this. I know you see between these lines, one for the world in your hands. You are smarter than these chains, and have you figured out yet? It always figures out best. Love goes by. Специально обученного человека, который будет сейчас заниматься педалированием, правильно? Покажет технику педалирования. Бля, он такой неуклюжий, пиздец, ему даешь, он прям вот так валится и все. Давай еще. Резин не жалко? Да, давай. Феррари звук нереальный. Ты видел, он уже уехал за километр, а звук был слышен. Хороший был бы кадр.
Они сошли с ума! Дебилы, блядь! Вы что творите? Паркуемся, достаем документы. Паркуемся. Документы, блядь, свои быстро, я сказал! К обочине! Вот главный. Так, ты чё, блядь, олигарх, вообще, блядь, давно пизды не получал? Чё? Ну-ка вышел из машины. Чё надо? Выходим. Блядь. У тебя права есть? Дурак же такой, у меня права. Еще нет 18. А, вы не туда поставили машину, вы не могли бы ее припарковаться, потому что в нашем районе действует акция «Мне на всех не плевать, могу я обоссать». Вот, вы не могли бы отсюда свалить куда-нибудь? Конечно, мог бы, скажите, куда. Все, тогда я вам клею наклейку. Все, на лобовой. На жопу себе наклей, понял? Вообще, поставь. Порыв вас, видя франк, бандитский говор. Под ликером Оретто, форцу на контроле. Пошляющий зелень в брикетах. В те дни, где воздух порохом пропитан. И время пропускает слабых через сито. Там что случилось? Алло. Ты не видел, на встречку вылетел нам тип? Вернулся. Да, я просто не понял, что ты делаешь. Ты ехал, и бах, ты пошел прям уходить. А я вижу через разделитель. Да, он летит. Я обалдел вообще просто. Извини, мужик, Он мне вышел передо мной, блядь. Я увернулся еще. Так, я поэтому никуда не уехал, поэтому, блядь, ну что. Что был? Я еду в левом ряду, он передо мной. Нет, я в левом ряду еду, вылезает передо мной Мерседес. Резко прям. Я начинаю как бы уходить. Вот. И попадаю навстречу машины. Я начинаю обратно. А я только слышу, бах, блядь, и да, блядь. Да, и, да. И, а короче, кто, лома, кто? Где? Там? Нет. А, вот крыло, я понял. А у тебя что, сильно? Ну что? Зарубин, ты охуел? Ой, ребенок нормально? Ребенок испугался. Слушай, на фигня, это ремонт здесь тоже. Все нормально. Давай, удачи. Нормально успели. Блядь, в пизду поеду, тихо. Ну его нахуй. Бережен, он будет бережен. Надоел уже. Послушаем хорошую песню с нового альбома классного пацика, которого зовут Витек, с нового альбома Архангел. Очень крутой, всем советую. Просто красавчик. Я считаю, что этот человек заменит достойных рэперов, встанет на их место, потому что он свежий, более интересный, более грамотный. Говна вообще не поет, очень нравится. Где на единиц не обращает внимания. Несем их в памяти сквозь время и расстояние. Они уходят, не написав завещаний, в другую жизнь, что где-то там над домами. Молитесь за тех, кто ушел раньше срока. Бескрайняя гладь им станет дорогой. Протоптанной тропкой уходят на небо. Кто был здесь последний, тот там станет первым. Слушайте, он меня задавит так.